Налью себе и начнем. Знаешь, я не верю в то, что ужастики для компьютера и вообще вот эти игры страшные, они могут реально напугать. Мне кажется, это просто специально для аудитории всяких летсплееров игры, где играет какой-нибудь симпатичный парень. Ну, не такой симпатичный, как я, конечно, или какая-нибудь тёлка. И потом на них выпрыгивает какая-нибудь хреновина, и они начинают дичайше орать. И на самом деле им даже самим не страшно. То есть меня вот такие игры напугать не способны. В общем, я типа такой с пивком, настоящий мужик, и мне явно страшно не будет. Я практически уверен в этом. А сложность, если выбирать, то там типа страшнее будет на психе или пофигу, это только сила врагов. Я думаю, что это влияет на количество батареек. Но мне так кажется, я не уверена. Ну, количество батареек, которые ты найдешь, и как быстро выцелится батарейка, например. Типа я буду бегать и кричать, что у любви у нашей села батарейка, если буду играть на психе. Хватит играть в тренера сборной Германии. Мне нравится есть свои козявки. Я вот недавно понял, что это лучшая закуска пива, бесплатная, соленая. Я в отрезвителе просыпаюсь по сценарию? Нет. А что это за место? Ну, пока мы еще не знаем. Но я, конечно, знаю, но я не буду тебе рассказывать. Хорошо. Откройте эти глаза. А что он меня пиздит? Он что, моя тёлка, что ли? Ну, типа того. Нет, серьезно, я с ним встречаюсь, поэтому он убьет меня почти. А. Мне тоже так надо делать? Блин, обожаю такое дерьмо. Я когда лежал в больницах, я всегда мечтал, чтобы меня доктора начали облизывать. Так, я нахожусь... Что это за помещение? Это серверы какие-то, похоже. Или автомат... Да, да. Нет, да. Это холодильник с газировкой, в который положили какие-то мерцающие хреновины вместо газировки. Ага, прикольно. Тут он реально ползает полноценно. А или... Я не знаю, почему он так смешно передвигается. Он типа как будто у него вместо левой ноги рука. Да, я тоже все время об этом думала. Но, видимо, он каким-то приседом, знаешь, как полугопник. Полу это потому, что он типа в позе гопника, но одна коленка подогнута. Не знаю, может, это и удобно. Если бы я был гопником и ползал по району, прошуривался, то... Ты мне говори в начале игры, чтобы эта херня быстрее закончилась. Ничего, иди к компу, тебя просили его починить, вот этот красный. Я не умею чинить компьютер, позвони этому знакомому, который приезжал к нам в прошлый раз. Это знакомая. Садись на стул! Да, это была женщина? Садись на стул, не смешная шутка. С. Такая разница, она все равно это не смотрит. Почему С? Ну я не знаю. Да не хочет он садиться. Левая кнопка. Да сядь, блин. Ну что ты за рак? Тут даже на стол наведи. Стол посмотри. Тут даже пики точеный нет, а он садиться не хочет. Сейчас я, погоди, я понял. А как подползти-то к нему? Так, куда идти-то? Может, и до 12 дня не справимся завтрашнего. Почему? Но он не хочет садиться за компы. Да не за тот комп. Тебе нужно подчинить определенный комп. Меня негр заблочил. Я не могу его обойти. Ты об него трешься сам. Ладно, ладно, не нервничай. С тобой невозможно играть. Да я играю нормально. Я просто исследую игру на возможности. Я хочу понять, например, чего они показывают. Смотри, два фиолетовых квадрата. Но сколько раздумий? Может, блядь, правый квадрат? Или, блядь, левый квадрат? Я выбираю левый. Левый? Да. А видишь, а вот он не может определиться, он пока еще думает. Сверяется с показаниями. Так, что у нас тут? Раз, два, три, четыре. Телефон какой-то. Ага, может быть, сюда? Это нанотехнологии, ты не понимаешь. Ну, ладно, ладно. Ну, он, блин, не садится, я пытаюсь, но ничего не происходит. Мужики, у вас компьютер работает? Нормально все? Так, а что у них? Я пока посплю, разбудишь. Ладно, 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 я пошел садиться. Не надо спать. Не спи. Нам еще всю ночь играть. Левая кнопка. Ты же сказала Си, я и жал на Си. Вот этот чувак. Кто? Где? Смотри, я умею чинить компьютер, блядь, несмотря на экран. Это слепое программирование. Какой охуенный шар, бац, компьютер починен или нет. Мне еще больше все равно. Так, это голый мужик с накачанными руками. С пиписькой маленькой.
Давно меня голый мужик не просил помочь ему. Наверное, последним был мой знакомый, который напоролся на пьянке. А я должен был испугаться, когда он напал на стекло? Да. На самом деле, я, когда увидел его, задумался вот о чем. Господи. Похоже на японское порно хентай. Да, мы тоже об этом уже шутили, да? Не один раз. Блин, ну, видимо, все одинаково шутят про эту игру. Но тебе не дают посмотреть порно. Ну, я могу, как бы... Смотри, он как бы закрывает, но не полностью. Я такой, оп, оп, оп. Что у тебя там? Оп, оп. Гудбай, оп. Я не уйду, ну и что ты мне сделаешь, сука, блядь? Ну, ну, ну. Ну. Будет стоять так загадочно. Так, что-то там, походу, конец. У него угри высыпали. Да. Ну, ничего. Мне мама говорила, что когда 20 исполнится, пройдет, но я как был прыщавым, так и остался. Блять, дверьми какие-то проблемы. Нет, правее, правее. Тебе направо, направо. Направо? И прямо, и налево. Налево, налево! Да не хочет открываться, налево! Не понимаю, в чем дело. Ну вот, налево иду. Я тебя ударю сейчас. Ты какая? Ну, пожалуйста. Чувак, ну, это, у меня дверь заела, слышь? У тебя ключ есть? Так, ладно. Страдание и боль. Морин Солути. Солюшен. А ты что делаешь? Сапёра играешь? Смотри, это первый, блядь, охранник, который на работе не раскладывает. У него компьютер есть, и он не сидит на этом Love Planet и не пытается выебать какую-нибудь домохозяйку, у которой есть муж. Он просто, блядь, сидит в MS-DOS'е и... Может быть, это он программист Love Planet и программирует сейчас. Его. То есть вот так вот выглядит Love Planet без фотографий дешевых шлюх, которые, ну, готовы отсосать любому, кто им предложит. Может так, быть. Ладно. Вот это поворот. Так, крокодила Гену показали, ты видела? Или да, мне... кстати, как это мне тоже так показалось. Крокодила Гену показали стопудово. Я всегда думал, что он пиздецки стрёмный говорящий крокодил. Так. Не шикай на меня. А, мы одни из тех пациентов, на которых проводили опыты с первой части, я понял. Нет, вся проблема в том, что мы даже не пациент. Мы... В общем, нас ненавидят и люди, и пациенты, и у нас большие проблемы. Большие проблемы — это большая ответственность. Блять, такой красавчик, а уже матом ругается. Мог бы подрасти сначала. Прикинь, ходит, ворчит тут как дед. Но ты мне всегда говоришь, что я ворчать люблю, но ты вот этого, вот поживи с этим чуваком, вот он, мне кажется, очень честно. Ну, сейчас он с тобой тоже поживет, откроет двери и поживет. Давай, я жду. Нет, он передумал дружить с тобой. Ну и у него и срака, ты посмотри, это лучшая срака в компьютерных играх со времен Tomb Raider. А что у него спереди? Так это женщина! Или нет? Что это там вообще такое? Котлетка. Блин, это один из тех чуваков, который в видео членовредители был, наверное. Не знаю, ага. Интересно, интересно. Вот это нормально, ну, да, выглядит. Да он стрёмный, ты посмотри, у него настолько симметричное лицо, что он, не отрываясь, на тебя глазеет, я боюсь. Нет, видишь, если я наклоняюсь, он перестает глазеть, но... Нет, он поворачивает голову за тобой, и это очень страшно. Блин, он мне не дает пройти дальше. Так я ты хочу... там обойди, толстяка. Ага, я отошел, высоте. Видишь? Давай его заснимем, выложим на YouTube, назовем самый ебанутый чувак в мире. Давай. Он как кошак, который следит за тобой, когда играешь с ним, знаешь. Ладно, короче, нахрен его. Ну что-то пока не страшно, когда напугает-то. Слышь, вставай, напугай меня. Грустит. Тёлка не дала. Ты помочь мне решил? Проснулся. Это он вздыхает? Ага. Ну, либо я не знаю, от кого исходит этот звук. Мало ли.
Ты делаешь еще страшнее, эту игру хватит. Ну и стрём. Ты пойдешь? Чего? Нет, он не пойдет, тогда закрой его здесь. Ну ладно, пусть сидит. Интересно, он еще там? Я не могу, мне он понравился. Он отошел! Он был он ближе. Он похож на Диму Диму, мне кажется, все время. Да никто не знает, кто такой Дима Дима, но я об этом подумал еще, когда я в первый раз увидел его. Да? Почему он со мной не хочет пойти, блин? Вдвоем веселее же. Блять, теперь он закрылся там. Ну ладно, если мужчина закрывается один в комнате, наверное, не стоит его тревожить. Что это за звуки? Не знаю, что-то с рукой произошло. А, опять он! Да зачем так кричишь? Прости, я это испугалась. Страшнее, твои крики страшнее, я чем... Я испугалась, тут заперто, беги назад. Ау, вот сейчас он тебя отлупит, беги вперед. Вот, нет, вот... А, надо было туда, там... Вот, налево... Нет, не сюда! Черт. Ты вернулся мужик, к этому дебилу. Мужик, блядь, проблемы! Беги. Негры пиздят, открывай. На... Ну, блин. Вот жопа. Сюда, давай, все. Забегай, все. Ты спас. Ну как спасся? На меня теперь напердел огромный вентиль. Да, вот за ним побегу, он явно знает, куда идти. Ну и пидорас. Он еще жив, смотри. Да, что-то голова болтается, правда. Может, потому что я с ним лбами столкнулся. Надо еще раз столкнуться, чтобы этой ссоры не было. Бам. Там какие-то всё. Звуки такие. А вот этих, смотри, голова не трясется. Потому что ее нет. Может быть, логично. Супчик. Ты когда мне борщ приготовишь? Не знаю, ты не просишь. Ну вот теперь хочу, смотри, как аппетитно. Хорошо, приготовлю. Такой мужской стол не хватает, только яичницы из человеческих яичек. Да, кстати, ты бы подал отличную идею разрабам. Ну, типа, в следующий раз будут знать, кого приглашать. Привет. Он что там делает? Бьется головой. Пролезай под прилавком. Сейчас, погоди, может он дырку пробьет, я туда пролезу. Короче, вот, миниатюра. Что Отключи я думаю... Камеру. Погоди секунду. Короче, что я думаю об играх типа Outlast'а? Вот серьезно. Он полностью, блять, выдает то, что я хочу сделать, играю. Это говно. Смотри, тут, кстати, есть выбор у персонажа. Либо под прилавком, либо над ним. Мне кажется, на зоне, на какой-нибудь, может быть, такой же. На типа... кого мать посадишь? Не-не-не, типа, знаешь, заходишь в камеру, а там прилавок такой, и типа все смотрят, ну, что ты сделаешь. И ты такой, блять. Смотри. Как-то... Ну, в общем, это головоломка, ты понял? Он должен быть в другом месте, чтобы ты смог забежать в красную комнату. Головоломка! Не хочу! Не хочу головоломку! Они бы, блядь, еще взломать меня заставили, как в Watch Dogs этой хуёвиной что-нибудь, или... Пятнашки собрать. Да бля, ну какая головоломка, и так неинтересно. Ебать. Ищем дырки и открытые двери. Так, ты открытая? Нет, не нет, надо нет, искать открытые двери. Иди прямо по коридору. Да, блять, я бегу, вдруг Иисус. Да, блять, опять Иисус. Нет, а нахуй, куда, как же страшно. Хватит махать. Да, блять, я пытаюсь изобразить человека, заинтересованного в этом дерьме. А, нет, блять, он сидит на... Твою мать, миллион просмотров на Ютубе, да. Ждет меня, главное испугаться понатуральнее. Блять, этот кофе допит! Ну, наши менты всегда так работают. Смотри, дальше тебе нужно... Я понял. Дырка. Нет, да не дырка! Беги прямо, будь осторожен. Я очень осторожен. Открывай, беги налево, налево. Я сам буду знать, куда бежать. Налево, сюда. Не надо. Не говори ничего. Ты уже пропустил этот проход. Так. Вот сюда, дальше, вот сюда. Ага, там была налево, сейчас слева будет... Да, блядь, ты его встретил. Блядь, Иисус, нет, только не Иисус, нахуй Иисуса. Блядь, бежим. А, сука, не хочу. Я выживу, блядь, что это? А! А!
Только не найди меня. Вот, он блин, вышел, видишь? Какой страшный. Подожди, ну не махай камерой. Он сейчас пройдет, тебе нужно забежать туда, откуда он вышел. Сейчас он походит, посверлит. Я смотрю. Давай, давай, уходи. Ты можешь включить уходи. Камеру, но это не обязательно. А, блин, надо этот ночь. А я нет, только не нажимай ничего. Не буду. Сядь, подожди, не, ну, ты шевелишься, он тебя услышит. Он должен... Он видит нас. Смотри, он там ошивается, да? Я вижу его голову. Подожди, сейчас он куда-нибудь сагрится. Все, смотри. Блядь, блядь, я бегу. Ты рано выбежал. Ты рано. Очень поторопился. Нет, ну беги, блядь. Беги прямо. Давай. Давай. Сейчас, давай. Так, дальше, куда, дальше. Куда? Сюда? Сюда? Нет, блядь, нет, не блядь, знаю. Сюда. Куда? А, вот сюда. Блядь, сюда. Запрыгивай, запрыгивай, прыгай, прыгай. Прыгай, 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 блядь, куда? Нет, нет, только нет. Ты что, у меня лучше получается? Я могу стать популярным видеоблогером? Нет, у тебя ужасно получается и только бесит. Типа, он не подтягивается, да, он лах. Но он... Лалка, в армии не служил, не мужик, блядь. Хотя, наверное, он поваром там был. Отключай газ. Судя по тому, как он готовит, он был в армии поваром. Все. Все, хохлы, блядь. Вентиль перекрыт. Открыл достижение, смотри. Да. Да заебал этот модник, блядь. У меня еще месячные, что ли? Иисус сменился, блядь, чуваком в костюме. Ты все посмеялись с Watch Dogs. Я знаю, что нужно аудитории. Я мог играть один, мог, но решил играть не один. Сдохни прямо здесь. Интересно, а у него фамилия не культуры и отдыха случайно? Так, ладно. Просто такой же. Ну сейчас ты встретишь дружка из. Ну, его-то ты видел точно. Будь осторожна. Да, вот сейчас ты получишь по щам. Да, блядь, меня все в этой игре пиздят. Ну, когда меня пиздил Иисус, да, я уже. Был. Когда меня пиздил Иисус, я был возмущен. Против него у тебя мозги вылетели мне. Да нас беги. Срать. Ой, кстати, ты хорошо все сделал. Беги, давай. Дальше, через стол. Хорошо, молодец. Ты вообще очень хорошо справился. Да, открывай. Классно. Царь. Я что хотел сказать. Блин, когда меня пиздил Иисус, я был недоволен. Но когда пиздит Пуши, я... И через проход, побыстрее. Да, он не идет больше со мной. Точно? Да. Рейв, пати, нахуй. У него желтые ноги. Да он был японцем. Этот пердак похож на Hello Kitty. Ладно. Похож. В общем, здесь тебе нужно отключить электричество. Ну, так понимаю, мы уже не будем. Не, пизду. Пусть электричество Чубайс отключает. Я, короче, устал. Ладно, ребят, сори, что тупил, но я реально не привык играть в такие игры. И, честно говоря, мне не очень понравилось. Ну, она скучноватая, и чтобы она действительно казалась страшной или еще что-то, надо прям настраивать себя, вот орать каждый раз, там, охуевать, сверхэмоции давить. Я не такой, меня это вообще не пугает.